меня знают многие. Я профессор антропологии. Знаменитый фашистский расист. Определяю, кто чист, кто не чист. Могу сказать, не глядя, кто ваш отец, кто дядя. Ариец или семит, потому как его череп наугад беру из шкафа черепа различных рас. Поставляете в гестапо каждый день и каждый час. В свете расовой науки изучил я род людской. Дайте мне ваш череп в руки, я скажу. Кто вы такой? Тема моего сегодняшнего доклада. Как ребенка воспитывать надо? Перед вами наш юный фриц. Белокур, сероглаз, белолиц. Хоть сейчас ему только полгода, но он очень старинного рода. Говорят, будто все его предки были агентами контрразведки. Первый предок, Готфрид Курносый, был разведчиком у Барбароссы. А последний из предков, папа, жив поныне и служит в гестапо. Белокурая стройная дама, это фрица счастливая мама. Шить и штопать она мастерица. Что вы шьете? Набрюшник для фрица. Это плачет мой маленький фриц. Я сейчас ему спою. Баю, баю. Ночь сошла, не слышно птиц. Спи, мой мальчик, спи, мой фриц. Песню я тебе спою, баю, баю, баю. Наш Ребенок съел мышонка, а хорек сожрал котенка, а щенок поймал хорька, серый волк унес щенка. А охотник взял двустволку, пропирявил череп волку, продал в лавку волчий лев. Ты же фриц, застрелишься! Ты баю, 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 генерал приедет там, скажешь, прощаю, руки Молоденец мой кудрявый. Эй, 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 эй! Баю, баюшки, баю, крест получишь ты в бою. Будешь ты фельдфебель правый, левый, правый, левый, правый, ты в бою получишь крест. Мы наем тебе нет. Будешь ты жить на правой, левой, правой, левой, правой. Всех как грабишь ты свою. Баю, баюшки, баю. Тебе на память танки. 20 штук тебе даю.
Начинается урок. Вот задача, мой сынок. Раздели кило варенья между нами пополам. Безо всякого деления все варенье съем я сам. Ты легко решил задачу. Дай еще кило в придачу. Нет. Теперь возьмем тетрадь. Будем что-нибудь писать. Перевод и пересказ. Нет, уж лучше я на вас, уважаемый мой папа, напишу донос в гестапо. Ты доносишь на отца? Да читайте до конца. На отца? На мать? На деда? На соседку и соседа. Мы тебя зачистим в штат и направим в детский сад. Будешь агентом по детям в отделении 33. Наблюдай и сообщай. Ну, дитя мое, прощай. Вы мне дали только пфеник. Дайте мне за мой донос хоть на пачку папирос. Я, господа, продолжу свой доклад. Наш юный фриц, на Кёбельса похожий, еще вчера ходивший в детский сад, теперь краса фашистской молодежи. И револьвер, и нож у фрица есть. Фашистский нож. С девизом кровь и честь. Эй, позвать сюда сержанта. Пусть доставят арестанта. Как зовут тебя? Гертруда. Сколько лет тебе? 8. Кто ты родом и откуда? Я хочу идти домой. С кем в субботу на заборе ты сидела вечерком? И кого ты в разговоре называла дураком? Я в субботу на заборе? Не сидела вечерком. Никого я в разговоре не назвала дураком. По порядку на вопрос отвечай, арестант. Почему ты носишь косы, а на косах красный бант? Не могу я на вопросы вам ответить, милый Крис. В нашей школе носят косы очень много учениц. Очевидно, ничего мне ты не скажешь, арестант. И, пожалуйста, запомни, я не фриц, а лейтенант. Кто учил сегодня кукол говорить, что я еврей? Кто сегодня их баюкал песники и лавелей? Не хочу играть я с вами в эту страшную игру. А я хочу вернуться, или от страха я умру. Я могу тебя повесить, и сестер твоих, и мать, или в лагерь лет на 10 я могу тебя сослать. Ты бессовестный мальчишка, отвратительный урод. У тебя под носом шишка и кривой безубрёк. Как вести себя в гестапо? Я позволить не могу! Ой! Дайте ножницы из шкафа, я ей косы отстригу! Я пропускаю несколько страниц. 7-й уж год гестапо служит фриц. Он возмужал, пора ему жениться. О, юный фриц, а вот невесты фриц. Имею честь вам преподнесть цветы из нашей рощи.
будущий, здоров ли будущий мой тесть. И будущий я теща. Красава, наконец, минута вручения. Пусть вам сначала мой отец прочтет нравоученья. Чистота арийской крови очень ценится в породе. Чистокровный прусский скот выше всех других пород. Всем чтим благоговейно не Эйнштейна и Никейна, а корову и быка. Потому что у коровы светлый ум и дух здоровый. А в Гейне и Эйнштейна не телят его. Обеспечим все условия, чтобы отныне по корове ваша кровь была чиста. Чтобы жить нам по корове и любить нам поголовье, создавая поголовье чистокровного скота. Чтобы отец, взглянув на сына, мог с достоинством сказать: настоящая скотина целиком в отца и мать. Броню одетые войска стоят у всех границ. Война победная писка берет винтовку фриц. Для чего? Пошли, что ноги? Чтобы топать по дороге левый, правый, раз и два. А чего же голова? Чтоб носить стальную каску или газовую маску, чтоб не думать ничего, фюрер мыслит за него. Понял ты, фельдшерль правый? Эй! Эй! Он тугой! Бьет! Эк на месте! Если хочешь быть солдатом, ты не думай ни о чем. Будь послушным автоматом, равнодушным палачом. Мы где? В норвежском кабачке. А что в бокалах? Рислинг. Кто там с салфеткой в руке? Лакей немецкий Квислинг. Не верь ему, он плутает листья, он перемешивает вина. Постой. Послушаем известия, ночную сводку из Берлина. Захватил наш батальон русских танков. Миллион! Мы взорвали нашей миной три линкора половиной. Наш один противогаз уничтожил весь Кавказ. За ваш антифашистский смех сейчас я расстреляю всех! Куда попал я? В ресторан. Забыл его название. Какой из европейских стран? Я думаю, что в Дании. А впрочем, это все равно. В Норвегии, в Дании готов я даром пить вино. Порядочной компании. Вы полагаете, я пьян? Давай, изменников датчан, и заявляю по-солдатски,
Не разговаривать по-датски! Ага! Хранят они молчание! Видать, датчане эти струсили! Простите, сударь, вы не в Дании, а в городе бельгийском Брюсселе. Плевать! Не все ли мне равно? И в Бельгии, и в Дании, в трактирах я ценю вино, а в людях послушание. Да, не меньше сотни штук. Наши здесь уж побывали. Видишь, статуя без рук. Догола ее раздели с головы до самых ног. Эх, ни сорочки нет на теле, ни юбчонки, ни сапог. Я ее из револьвера. Или по лбу молотком. Знаешь, Фриц, она Венера и Милосская при том. Эту куколку Милосскую угощу я папироскою. На русский фронт поехал Фриц, но он думал, это будет блиц. Через неделю или две он обещал нам быть в Москве. Где он теперь? В каком он мире? Не знаю. Фриц пропал без вести, но он состоял в полку СС. Я без щенели, без сапог. Какой неслыханный мороз. Какой нас черт сюда занес. Армейский штаб издал приказ. Тот, кто озяб, пускается в пляс. Для этой цели в батальон прислали новый патефон. Давай его мы заведем и спляшем что-нибудь вдвоем. Еще станцуем, но хэн-танц. Кула, родина моя. Кула, родина моя. Эх, машинку нам кто-то.
кто-то подменил пластинку. Ее сдадим в армейский штаб. Я весь продрог. Я так озяб. Дай мне пару рукавиц. Я не отдам тебе их, Фриц. Отдай мне муфту и пальто. Я не отдам их ни за что. А не отдашь, я донесу о том, что вечером в лесу во время вахты на пушке ты слушал русские частушки. Ты негодяй, ты дезертир. Ты убийца швайн. А ну, бандиты, полно драться! Бери их в плен обоих, братцы! Вопрос, где достать мне папирос? Вам зверям нельзя курить. Дай уж мне договориться. Этот зверь владеет речью, носит платье человечье, из тарелки ест хлеб, пьет из чашки стакана, но он все же обезьяна и при этом людоед. Он убил людей без цели, жег, крошил и потрошил, крал детей из колыбели и в объятиях душил. Он летал на мессершмиттах, вел подводную войну, сапоги стирал с убитых, мучил раненых в плену. Много фрицев истребили мы в полях родной земли, а его в автомобиле в зоопарк мы привезли. Этот зверь четверорукой будет цел и не вреди, потому что для науки всякий гад необходим.